Есть среди белогвардейцев или белых нормальные люди? Конечно, есть. Есть ли среди нынешних белогвардейцев люди, которые никоим образом не связаны с западными интересантами, использующими это для стравливания народа внутри? Я бы посомневался. Потому что на Западе есть одна очень интересная оперативная история. Там прямо в миссии написано. Мы будем стравливать русских по разным параметрам. По вопросам семьи, по вопросам белых и красных, по вопросам мужчин и женщин, по вопросам, кто более прав. Мы будем стравливать любыми параметрами. Поэтому тема белых всегда должна обсуждаться с учетом того, что всегда есть третий, который сидит и типа «я не я и рожа не моя» берет и стравливает русских. Ну что мы сейчас и наблюдаем. Не только на примере Украины и России. Ну, например, Игорь Стрелков, типичный белый, да? Дмитрий Олегович Рогозин, Роскосмос. В 90-е годы он олицетворял белое движение, да? То есть он прямой потомок, наследник и так далее, и так далее. Либо просто человек, которому поручено это, ну и так далее, да? То есть белых на самом деле в сегодняшней России очень много. Стравливать вот так вот, дай команду и начнут. Надо начинать диалог даже между белыми и красными сегодня.